Вас приветствует виртуальный ассистент сети RetroLite. Запущен протокол обучения. Выбран первый урок из серии уроков о библиотеке Winit. Начинаю процесс обучения. Winit – это библиотека для создания и управления окнами. Она позволяет создавать окна и обрабатывать события, создаваемые окном. Например, изменение размера окна, нажатие клавиши, движение мыши и другие. Winit спроектирован как низкоуровневый модуль в иерархии библиотек. Поэтому, чтобы отобразить что-либо в окне, нам необходимо использовать специфичные для платформы геттеры, предоставляемые Winit или другой библиотекой. Приступим к изучению возможностей данной библиотеки. Прежде чем создать окно, нам нужно создать цикл Event Loop. Это делается с помощью функции Event Loop New. Цикл Event Loop предоставляет способ извлечения событий из системы и из окон, которые были зарегистрированы в цикле событий. Как только цикл будет создан, есть два способа создать окно. Первый – это вызвать функцию new структуры window и в качестве аргумента передать ей ссылку на переменную event нижнее подчеркивание loop. Данный способ самый простой, при этом все параметры окна будут установлены по умолчанию. Второй способ заключается в вызове функции new структуры window builder. После этого вызываем функцию build переменной builder и передаем ей в качестве аргумента ссылку на переменную event нижнее подчеркивание loop. Такой подход позволяет настроить внешний вид и поведение вашего окна, изменяя параметры объекта window builder перед созданием окна. Подробнее о втором способе и других возможностях вы узнаете из следующего урока. Прошу оценить этот видеоурок и не забудьте оформить подписку, чтобы не пропустить следующий. Оставляйте ваши вопросы, отзывы и предложения в комментариях, они не останутся без внимания. Все эти действия помогут нам в совершенствовании обучающих материалов. Благодарю за просмотр и до встречи!